Ну, это же квитанция написана. Год постройки, 34-й год. Мы уже больше полувека стоим. Все это садится. Они вот на капитальный ремонт, видите, подделали. А что толку-то они подделали-то? С той стороны, вот вы сами видели. Дом садится, оно с каждым годом он у нас садится, дом. То есть там уже какие-то кирпичики подставляют? Ну, так потому что мы боимся, что бревна-то упадут. Конечно, мы подставили сами эти... Оно все там, вот все вон, сгнило вон. Я вот хоть и меняла окна, они вот все, вон, все это, облупляются. Мы бы, конечно, хотели, чтобы нас снесли, потому что уже надоело. Боишься, что сегодня спишь, а завтра упадет и все на голову.